Вообще красота, друзья. Блин, от мотика реально отвык, от Урала, от этих, от поворотов на Урале я реально отвык. Такая прям неуверенность на одиночке, слушайте-ка. Вообще прям, надо же, сколько не катался на Урале на одиночке. Вообще. На Хонде без проблем, джух-джух-джух. Центр тяжести очень высокий. Но хотя у меня раньше, блин, Днепр был, я на Днепре все время на одиночке катосил. Вообще прям бах-бах-бах, прям нормальненько. Вот. Посадка что-то не особо удобная, блин, надо как-то привыкать, что ли, менять. Это я привык на спортбайке все время. Какая тут десятая пара, о чем речь? На ютубе сейчас этот. Очень самая распространенная тема для Урала. Девятка или десятка? Я могу сразу сказать, однозначно только девятка. Восьмерка дрова возить, вот, по деревне. Лес. А девятка так, самое то, что надо. Да, Уральчик тихо работает. Я вот, пацаны, еду сейчас тупо наслаждаюсь ездой. Вот. Я прям не могу сейчас вам уверенно прям комментировать, знаете, друзья. Как-то так вот. Я просто кайфую сейчас вообще. Вторая, наверное. Давайте-ка проверим. А, нет, это четвертая. Это я на четвертой ехал. Первая, вторая. Вот. Третья. Это я на четвертой ехал. Я думаю, что-то не то, блин. Третья, норм. Да, как на корабле, как по волнам, слушайте-ка, с амортизаторами сзади. Опасно в повороты, блин, резина квадратная, на угол попадает резина, когда мотик наклоняешь. И вот такое прям, знаете, неприятное ощущение. Она еще новая, запаски колесо, блин, дубовое еще, 90-х годов, а, 88-го года, что ли, это колесо, блин. Надо что-то делать с этой резиной. Все, приехали. Чего? Чего говоришь? А, цепляйся за меня. Итак, друзья, мужичок предлагал поменяться, короче, на лошадь, Уральчик, но я не стал. Вот. Были в монастыре, съездили в монастырчик. Вот. Всем добра, ребят, здравия. Всем вам, кто сейчас смотрит, всем желаю абсолютно. Да, здесь, кстати, на высоте где-то метров, не знаю, 500. Попрохладней, чем снизу. Ну, сразу обогрев работает. Ну, здесь можно четвертый прям врубать.
и катиться. Вообще прикольно. Смотри, какая красота, да, на улице. Вообще кайф. Потихонечку обкатываю Уральчик. Вот. Шлемак, вот, блин, запутывается. Вот это не запутывается, просто мешает. Надо ее прикрепить нормально. Вот очки. И вообще шикардосик, пацаны. Как же нравится мне обогрев руля, вы бы знали. Вообще шикарно. А тут надо потормозить. Прикатать тормоза. Да, подсадка на Урале, конечно, ну, привыкать надо, ребят. Что-то я как-то соскальзываю, мне надо сиденье пониже. Вот, или руль, наоборот, повыше. Что-то надо с рулем как-то его двинуть, что ли, наоборот. Я вот что-то пока вот в раздумье. Что бы, как бы его, блин. Это я тормоза проверяю. Я их маленько прикатываю, чтобы они притерлись барабаном. На Урале просто когда что-то сделаешь, какую-то операцию, тормоза про это переберешь, промоешь полностью весь механизм. Вот. Потом поставишь колодочки, чуть потрешь, подшипник ступичный отрегулируешь. И приходится потом некоторое время поприкатывать тормоза, чтобы нормально они, ну, нормально, чтобы отрегулировать, приходится вот. Передние тоже надо. О, слушай-ка. Блин, уже руки горячие от обогрева, вообще классно. Да, друзья, мотик это вообще просто шикарненько, можно везде выехать. Все, стопы, слази. Вы прикалываетесь вот сейчас вот реально? Вы что, вы на приколе, чуваки? Вы так и будете ехать наравне практически.
Так, друзья, едем дальше. Теплеет, когда с горы спускаешься. Вообще прям подвеска на Урале мягкая очень. Это прям прыгаешь, можно сказать, блин. Вот, аморты не работают, чисто на пружинах. Весело, однако же. Ну да, тут дорожка не славится такой, скажем так, идеальным покрытием. Особенно, когда сзади еще машина едет и поднапрягает с такой маленькой дистанции, как будто, знаешь, прям подпирает. Вот я не люблю в этом плане. Прям сзади едет и подпирает. Что-то такая привычка у людей плохая. Ехать и подпирать. Если ты хочешь, ты выходи на обгон, да просто тупо обгоняй и все. Зачем как теленок тащиться за мной? Я не понимаю. Вообще. Правую ручку газа маленько перетянул. Там снизу болтик есть регулировочный, надо его будет ослабить маленечко. Ну ты вообще прям проезжаешь, прям вот мои ноги, прям вообще. Сиденье, что-то я вообще, ну мне неудобно. У меня жопа съезжает прям конкретно, прям вниз. У меня ручка клинит, блин, а. Вот это я закрутил. Это я завернул ее. Офигеть. Да ручку сейчас смажем, прям вылет этот, как его, резина задевает об этот. Я скорость сбавляю, а она не сбавляется, блин. Вот, пацаны. Вот здесь вот резина грипса задевает об корпус, и она прям тугая-тугая становится. Вообще прям жесть. Так, чем теперь это вытереть? Вот все. Маслица холодная в движке. Так, ну что, поедем дальше. Телефон же говорил, сюда не надо ложить. Надо его перекладывать.
сюда, вот в этот кармашек. Так, заодно батарею надо поставить новую. Точняк. Сейчас мы это сделаем. Так, ну все, let's go, пацаны. Пишет, пишет, все. Погнали мы на Урале. Мотоцикл, главное, чтобы масла не было. Пацаны, ну это сухо, сальник коленвала держит, прикиньте, и КПП. Значит, шток сцепления я нормально доработал. Не текет, через шток не протекает, и через сальник не протекает. На маховике, значит, все огонь. Все, я теперь понял, надо как запускать Урал. Сперва мы его запускаем. Потом мы его снимаем с подножечки. Ну, подножечку заправляем. Мне уже помогает. И едем. Давай, садись. Все, let's go. Обогрев включаем. О, совсем другое дело. Прям правая рука так легко. Слушайте-ка, прям вообще, прям по красоте. Я думаю, что-то у меня рука прям начинает уставать, блин, правая. А это, блин, оказывается, вот оно что, грипп задевает прям. Вот сейчас вообще как помаслится. Ну, хотя я сейчас приесть помаслится. Вот это горы, конечно. Вот это вообще, да? Все прям, да, только другое ощущение прям, реально. Теперь прям легче газовать. Слушайте-ка, ребят, даже рука не устает. Теперь я его чувствую лучше, а то мне как будто в положении, в каком-то клинит и все. Вот. Так, закрою я шлемак. Вообще по кайфу, пацаны. Да, тут в горах солнышка нету. Че, на 1800 метров поднимемся? Ну, я сомневаюсь, там уже минусовая будет. Скорее всего, снег. Вот, завтра у нас дождик обещает так на целый день. Поэтому сегодня выехали покатосить. Катосим уже, в принципе, целый день. Ну, не целый день, конечно. Но вот до заката хотим покатосить, до темноты приехать. Да, вот тут бы на спортбайке, блин, вообще красота. Такие серпантинчики. Правда, не на литровом спортбайке, а вот, знаете, на 600-очке, наверное, будет за самая золотая серединка. На 600-очке вообще прям жижу. Ну, то есть, при резком открытии ручки газа, то есть, если ты будешь в повороте, ну, мало ли что, если резко откроешь, то не уйдешь про буксон, не упадешь. Ух ты, вот это перепады. Вот это вообще такой вид прям лютый. Прикиньте, на вот этот камень, а девушка на коне, короче, она на него смогла залезть, казачка, вот. А все остальные мужики не смогли, вот, поставили памятник.
О, что-то руки у меня вообще горят прям. Жарит нормально. Ну да, чтобы почувствовать мотик, надо без перчаток покататься. Первое время. Выключаю я обогрев, жара уже невозможно. О, канатная дорога. Солнышко наконец-то. О, теперь поднимаем очки. И теперь вообще по красоте. Так, это я на четвертый, что ли? Да, слушайте-ка. Тут надо на третий ехать. Поворотов все равно быстро не поедешь на Урале. Как ни крути, блин. Резина не та, блин. Нет такой, блин, такой устойчивости нет на этой советской резине 20-летней. Какой? 30-летней уже. Спереди особенно. Сзади вообще, я молчу, там кроссовая стоит. Шипованные такие, большие шипы резиновые. А, вот здесь на спортбайке надо. Вообще будет по кайфу. Серпантинчики. Только солнце, когда светит, в повороте плохо видно поворот. Да, сцепление держит нормально, Леха, как Леха сказал мне из Подмосковья. Говорит, шайбу подкинь под пружины. Ну я подкинул. Оно и, в принципе, оно такое даже. Ну чуть-чуть пожестче стало, но рука особо не чувствует. Вот. Но зато момент держит нормально. 2 миллиметра шайбы, пацаны. Даже 3 они, по-моему, 3 миллиметра где-то эти шайбы. Самый толстый в магазине взял. Что-то около 3 миллиметров они. Вот. Как раз в корзину ложится, прям плотненько, прям прилегает к стеночкам шайбочки. Главное, чтобы они там не болтались. Вот. Воздух проверил, открытый.
вот это видок, да? Люди фоткаются. Да на четвертой нормально, пацаны, идет. Вот от 60 вообще прям нормальненько идет. Ветерочек уже прохладненький такой. Вообще кайф, пацаны. Мед продают.
Так, вот и мы заехали в лесной массив. Здесь у нас уже прохладненько, блин. Вообще, а? Нормально, ребят. Высота у нас 1800, по-моему, будет окончательная. Если мы туда поднимемся. Но я чувствую, вряд ли. Там, наверное, будет минусовая температура. И как всегда лужи. Там в конце дороги лужи такие. Плохая дорога такая, одни ухабы. Вот. Посмотрим. Неохота пачкать мотоцикл. Но, скорее всего, там снег. Однозначно. Вот 6% уклон. Гора, вернее. Нужен обогрев рук, уже руки подмерзали, подмерзают. По кайфу. По ощущениям, уже тут минусовая температура. Но асфальт сухой. Надо поднять визор. Да, у меня так руки, хоть перчатки одевай. Да, здесь движок точно нереально перегреть. Такая холодрыга. Я даже в штанах, в ватниках уже начинаю подмерзать. О, прикольное место. Надо будет на обратном пути там остановиться. Но сейчас я, скорее всего, не буду до конца ехать. Однозначно. Потом еще съездим. Вот, когда будет плюс 17, поедем.
Опа, это что такое? А, туристы? Лошадочки. Так, надо перчатки одевать. Блин, нос чешется. О! Чё-то холодно, блин! Холодно, да? Вообще дубак! У меня обогрев рук! Но мне нормально! Тут скоро минусовая будет вообще! А чё здесь скорость 50? А, поворот крутой. А, ну да, здесь тоже вид огонь. Особенно на той горе. Ух ты, ух ты, я, блин. Вот это видочек. У меня визор начинает запотевать, пацаны. Тут точно, точно ближе к минусовой. Жалко, градусника в мотоцикле нет. Надо сделать градусник, блин. А вот автобус с туристическими. Так, сразу визор опустил от солнца. Так, ну нам надо до заката успеть, блин, спуститься. Вот. Крутой поворот, даже на асфальте рисунок. Уклон 67% вниз. 67, пацаны. 67, это очень круто. Опа, солнышко заходит за тучки. Я уже замерз. Холодно. Я вот могу и не почувствовать минусовой температуры, потому что я катался в минус вообще зимой в морозы на Урале. Я не знаю, сколько сейчас, по ощущениям уже, наверное, минус стопудово. Высота почти 2000 метров, ну, до 2000 метров еще прилично, конечно, ехать еще минут 20, вот. Ну, не 20, но 15 где-то минут. Уральчик, кстати, глушак заварил вообще хорошо, прям тихий прям. И, кстати, нет такого завихрения, как тогда я катался с люлькой. Создается завихрение, и ты чувствуешь, это нюхаешь угарный газ. Сейчас такого нету.
смотрю, я начинаю замерзать. У меня руки жарятся, надо вырубить. Руки, в смысле, ладони прям горят от обогрева. Так, нам надо, наверное, уже все. Да, сейчас вот здесь развернемся мы. Уже нереально холодно. Визор заподевает. Вообще прям. Не-не-не-не-не-не. Хорош. В одних штанах, блин. Ох ты, у меня, блин, мой питончик замерз. Ох, это печально. Питончика не надо морозить, пацаны. Что такое? Что такое здесь? А, ярмарка? Что здесь минусовая? Посмотри, на луже-то есть? Лужи? Не минусовая? Что, туда, наверное, не, дальше не поедем, да, мы? Уже холодно ехать, да? У меня ноги уже замерзли, слушай. Да. Я еду, у меня прям руки прям мерзнут, прикинь. Да ты пока... Сиди, сиди, сейчас развернемся. Да, блин. Славин доехали. Не, мы уже почти приехали. Вот в гору направо, налево, и видишь же снег. Да, да, да. И все, мы уже туда не поднимемся, там уже минусовая будет. Да. Тут квадрики нужны. Ну смотри-ка, лужи, да? Смотри, нет льда? Нет, льда нет, говорю, на лужах? Лед. Ладно, льда нету. Сейчас мы там остановимся справа. Только не в том месте, а не где люди, а дальше, где нет людей. Ты меня прям прижимай, когда сидишь. Мне ближе, ко мне двигайся ближе. Да, мне так удобнее, у меня спина прямее. Вот, вот так сиди. Вот так хорошо прям. Еще ближе можешь. Вот, вот так вообще классно. Так, ну все, друзья. Камера пишет. Вот какая посадочка нужна, оказывается. Блин, ну под шлемник надо уже зимний одевать. Здесь в горах около минусовая почти уже. Да, кабанов мы не увидели, конечно, в этот раз. Я чувствую, как Уральчику легче ехать с горки. Плюс он уже маленько обкатывается. Ну, вернее, не то, что обкатывается, а просыпается. После такого времени. Тем более в такую гору подняться. Поршневая очищается, хорошо хоть. Так, четвертая, да, четвертая.
ноги, можно сказать, конечно, не в таком тепле, но и не особо так прям подмерзает. Причем у меня кроссовки сетчатые. Вот. У меня есть другие кроссовки хорошие. Но я их хотел, она у меня как сменная обувь, спортзал. Вот, одевать. А эти кроссовки сетчатые я одел. Ну, конечно, вообще. Тоже подмерзаю, но не прям так. Ну, терпимо, можно сказать. Вообще, вот это дубачело, а! Вообще, прям, сейчас вниз спустишься, вообще так тепло будет. А ты очки подними! Очки-то подними, солнца нету! А тут вот в очках, когда в шлеме опускаешь очки, весь вид пропускаешь. Да, передний тормоз нормально отрегулирован, но, конечно, еще его надо обкатывать и обкатывать, чтобы колодочки притерлись. Прям идеально. Вот. Вот, да, тоже видок огонь, кстати. Вот здесь вот люди стоят. Ну мы сюда не... Опа, ребята, смотрите! Где они были? А это у нас кто такие? Даже не боятся звука мотора. Здорово, пацаны. Поедем, прокачу. Прокатиться не хотите? А, грунтик мягкий, смотри-ка, на асфальт надо ставить.